Уже попадаешь, блядь, защитник. Элементарные правила, убили, зарезали, мертвяк, все это понимает он. Вот. Ой, чао. Приготовь, чао. У нас еще один англичанин. Господа, еще один есть. Два иностранца. Прошу снисходительно относиться к ним. Задача коалиции взять три ключевые точки. Как только они берут, они открывают госпиталь в квадрате 56. Там сейчас чайхана, огороженная киперкой, где можно зайти под видом мирного. Повстанцы могут становиться мирными, оставив оружие в мертвяке и сняв зеленую повязку. Коалиция пропускает после занятия города только в двух местах мирных, там, где на карте написано КП. Все остальные пересечения периметра незаконны, нарушитель расстреливается на месте. На КП, в случае опроса, если человек внятно объясняет, зачем он идет в город, он пропускается. Нет, троллить и полчаса держать нельзя. Да. Если, допустим, ну, не КП, да, то есть как бы... Не КП, если человек расстреливает. Без предупреждения. Без предупреждения. Нет. Да. За нас? Нет. Лихой. Лихой. Угу. Группа поддержки. То есть вас сейчас по взводам там нарежут, усиливаем либо сектора, либо штурмовую. У нас первый-второй сектор, штурмовая группа. И весь резерв на шаг 20. Это очень хороший резерв. Мы усиливаем там, где это надо. То есть постоянно на усиление чего-то. Либо оборона, либо наступление. Коалиция! Собираемся, выдвигаемся на место. Ты КП, не третья, ты КП. Ты третья. Старт через 13 минут. Все, принял. Юнкер, мы выдвигаемся уже, да? Коалиция, встать, строить все. Ваш медбяк будет. У нас 4 группы, 4 командира группы. Группа идет, первый сектор. Позывной «Север», второй сектор, позывной «Старшина», группа «Штурмовая» и группа поддержки. Первый, второй сектор, штурмовая группа определены. У них установлены командиры взводов. Это одна звездочка. Две звездочки – командир группы, одна звездочка – командир взвода. Три звездочки – генералиссимус. Всем понятно? Так точно. Дисциплина имеет огромное значение. Как я сказал, 22-й канал ФРС, всем выйти, кроме нас пятерых. Я в ухе такое слушаю, мама не горит. Во время атаки двигаемся, не залипаем, двигаемся вперед. Если кто-то встретил сопротивление, остальные один это сопротивление поддерживает, другой обходит где-то с фланга. Понятно, да? Не залипаем. Ни в коем случае. Ребята, мы должны в течение 20 минут дойти до киллхауса. Время ограничено. Понятно, да? 20 минут. Так, группа номер 2, выдвигаемся. Юнкер, прием. Говорит старшина, мы выдвигаемся на позицию. Вот здесь пошла штурмовая группа. Найди его. Он не выходит на связь. У него что-то со связью. Скажи, чтобы обязательно вышел на связь. Ты увидишь их наших. Штурмовая группа командиру, чтобы вышел на связь. Обязательно. Наладит, сразу ко мне бежишь. У меня есть! Парни, снижаемся. Продвигаемся!
чисто. Рота, смотрели? Нет. Есть движение? Минус один на втором. Есть движение на втором этаже. Один ушел. Пошли, пошли, пошли! Сука! Торм! Пошли! Держу правую! Правую держу! Волчок держи! Да. Слева, справа. Слева. Слева. В комнате дальней. Ближний. Райден. Где есть? Все пиздато, но надо идти дальше. Отлично. Давай потом Тань. Дальний, да. О, а вот тут мертвый лежит. Я за тобой, я за тобой. Чисто, чисто, чисто. Добил. Все, мертвый. Он ранен. Мертвый. Добил, все, огонь. Трое сзади чисто. Ранен? Все, пиздец, тебя ноги нема. Все, есть. Давай, давай. Противники не ушли. Дальше проходим, правый пункт. Все там. Две правый пункт. Принято, Пупин, сзади идешь. Готов? Три. Давай. Второй этаж наш, здание наш. Проходи, проходи, встань, встань, встань. Задний выход надо. Что там? Надо поле! А поле где? Прямо по курсу! Смотри! Так, тебе нормально? Нет, ты дома? Не, за тем, вот за этим, вот за... Ниже бери! Да. Управляйся! Вот тут. Вот за этим берем. Ниже, ниже! Да, да, правее, правее, правее. Где дерево поработай?
Его надо тогда прижать, подожди. Тогда прижимай его, а я подбегу его уберу. Хорошо, за дерево. Добил? Что там замес? Юнкер на связи. Я тебя понял, что бумаги никакой нет. Сейчас буду связываться с организаторами, как понял. Я сейчас, когда возьмем киллхаус, то я туда к Тиханчику подойду и с ним перейду по этому поводу. Все нормально. Значит, с КП тогда разворачивайтесь, И штурмуйте 54 квадрат, 55, пошли дальше, отжимаем, чтобы взять третью бумагу, как понял. Лихой понял. Респ, у меня на респе два человека. Юнкер на связи. Два этих самых, две бумаги. Я подхожу к Чиханчику, где третья? Значит, смотри, Север, передай Чиханчику, что мы отжали 41-ю точку, это КП. Мы там были все, у меня было там несколько человек. Нету там никакой бумаги в ящике. Возможно, ее украли эти бойцы зеленые, как понял. Значит, я выдвигаюсь потихонечку, как только рез подкроется, я сразу иду туда к киллхаусу и на рез. Там буду находиться. Так, все, ну что, первая часть получилась? Три. Ну молодцы, ну связь плохая. Ну, ребята, связь, знаешь, Юнкер, просто как выглядит связь? Стоишь ты, у тебя твоя рация, рядом три радиста, у каждого рация с разным подрядом. Да, а эти, кстати, нормальные еще переговаривают, а если обычные простые, то... Я обязательно наложу хорошую связь. Я знаю, но все но, надо для начинать этого с маленького. Мне нужно, чтобы мне было постоянно, сейчас я две знаю, группы уже есть. Но именно поэтому... И тогда будет все нормально. Смотри, если когда все нормально проведется, люди, если все нормально проведется, через две недели мы сделаем опять красные и синие, да. И уже тогда выдвинутся командующие и будут на вот этих вот отыгрывать взаимодействие. Ну что, шматье это хорошо, но это не главное. Это не главное, это фигня. Так, хлопцы, одна минута. Капитан Прайс негодует, блядь. Все, пошли. Раз, два, три, пошли туда. Давайте, одна. Вам туда пошел? Да. Ну что, вы шутите, что ли? Руки! Там проверили, тут проверили, сколько мощно. Можно уйти? Видишь, ты только подошел, страшно стало. Угу. Окоп нормально. Блядь, если они сюда бросят гранату, нахуй, блядь. А ты там взялись, что? Все взял? Да. Это вот, да. Давай. Ну, к этому. Все, держи, ты сюда. Тихо сам в этом свете. No, not weapon. No? Just waiting.
Досматриваем, он побежал. Досматриваем, досматриваем. Контроль ты его. Снимаем, блин, все, давайте вперед. Смотрите, на нем мина может быть. У него нож. Да, да я обосрусь на него. Да смотри, документы у него должны быть. Где-то снимите. Может что это, мини-войники посмотри. Где показатель на борщаговке смотрел? Нормально его посмотрел. Ну что за дело? Вы проводите его. Убить? Вы проводите. Вы проводите. Пошли, а, ты смотри на сумку? Да. Подожди. Вот смотри. Что у меня должно быть? Задача. Заебал сыпать. По полученному на первую информацию, пойдем заложить тайник. Вместе указанной фотографии. Сетка, координат карте отличается от да. Установи место расположенного тайника, взять его содержимого. У него карта должна быть. Смотри, вот здесь. Это где, блядь? Вот здесь. А, это видно, что каналы. Вот тут мы сидели, вот тут мы его взяли, вот этот переход. Угу. Понял? Вот получается, мы сейчас все здесь нет. Стоим. Выходим точно так же. Можно брать? Ты помнишь, там для них кричали? Да, вот здесь бар. Покажи. А? Подожди. Это что там? Это поход? Это дальнее, это закрытие дороги, вот здесь, смотри. Пошли, пошли. Штурмгруппа, выдвигаемся! О, фотокоры наши. Чего? Маус? Маус где? Закрепиться. Здесь? Да, здесь. На открытом месте? На открытом месте. Может туда? Пейн! Мауса и остальных подтяни быстро. Давай к бортику. И давит. Откуда? Давайте, пацаны. Двигаешь? Да. Ранен! Медик! Блин. Убит, типа? Убит? Плен отменяется. Вот
Кому не надо проверять? Мы же с машиной договорились. Вы проверяете и отпускаете. Проверили, еще раз проверили, а потом точно это вернули. А то смотришь, она девочка, а выбрата мать. Убить их просто так. Правильно, просто так не убивают, только если это бандит. Угрожали же не убивали. Нету правды в твоем змеином языке? Нет, конечно. Я же не убил коалиции. Я вам здесь дома. Нам? Я надеюсь, что... Я надеюсь, что... Я надеюсь, что... Все, давай, нас выбрали. Нервы жидеют, потому что и стали. Стали не черту, меня достали. Мы нажали после забора. Господи, что за позор, надо Стой! Отошли 10 метров от взрыва, блядь! Сюда, пожалуйста. Еще, за стену. Где монах? Вот. На этот треугольник за ворота подойди, помоги лечить монах. Я там только что был. Только что. Минут 40. Останови! Только что один был, его сняли. Давай пройдем, ты вот так идешь, а я пониз. Так, пацаны, пошли, только что. Поверу? Да. А пониз мне же для ТП? Понизу мы в ту сторону пошли. Чтоб снизу не запрыгивал от забора. Становится на забор. Отсюда? Прыгай. Не, вот там, тут что ниже. Вот тут. Поднимается, если обстреливает, опускается, перебегает, понял? Ну, поэтому вот. Я говорю, я пойду внизу там сам. А ты параллельно. Сверху там пацаны пошли только что вверх. Посередине он сидит. Сверху? Да. Ну, посередине вот здесь этот склон. Так я живу с ним. Не знаю, может еще один сидит. Может это наш сидит. Непонятно. Да. Он спиной сидит. Ранен! Медик! Надо. А, спасибо. Он уходит. Yeah. Вот тут вот один. И один справа раненый. И там валяется. Вот здесь кусты. Справа. Где-то возле дерева. Что-то есть. Ложись. Пусть подойдут поближе. Тихо, тихо. Убито, убито. Все, все, все. Нормально, пусть еще подходит. У меня гранатка есть.
Если кто-то есть, то он там затихарится наверняка. Там было трое, и они ушли. Я думаю, еще один раненый лежит. Я думаю, да, раненый или там, или здесь. Там он упал, кто-то встал, не знаю, он, но... А вот кто-то уходит. Да, кто-то рыпается, ага, еще там. По нам? Надо, чтобы сверху наши чуть подтянулись, чтобы отвлекли. Тогда мы сможем. Это левая рука болит. Прикройте. Осторожно. Осторожно. Ребята, идем, идем. Там сверху наши щимят. С двух сторон зайдем. Давайте. Ранен. Ранен, убит. Убит. Выйди на связь. Ко мне подошли 4 бойца. Это теперь мой резерв. А, я его вижу. Сейчас. Да? Сейчас. Я его вижу. Ползи полчком, чтобы не зацепило. Убит? Он в плен его берет, что ли? Двое в зеленке прямо на 12. На час.
Колеца. Свои, свои.